что, ребята, погнали? Go. Вот у меня сломался. А, нет, два. Один. Какую? Утро, пробежка. Пробежка по Москве сегодня только утром. Видели вечернюю версию. 8. Вот такие вот. Такие вот ребята ездят на велосипедах, короче. Тренинг спорт. Just do it, never sit at home. Hey, Joe! Brooklyn Bridge! Just do it, guys! Whee! Never sit home! Let's go! Let's do it, this! Woohoo! Всем привет, ребята! Сейчас бегу по Бруклинскому мосту. Такая вот красота. Хочу сказать, чтобы 16 апреля будет чемпионат в Краснодаре. Передаю всем привет, всем большой привет, всем детям, всем спортсменам, кто будет. Будет очень круто. Супер организация, супер помещение, супер люди, супер спортсмены. Вот, так что всем быть, готовьтесь, побольше здоровья, кушайте витамины, занимайтесь спортом, и все будет. И скоро я вас увижу, очень хочу вас всех увидеть, так что до скорой встречи. Я пока пробегусь еще пару километров по пирсу и подготовка к Арнольд Классик. Просто едет, короче. Здорово, сегодня у нас водные процедуры. Занимаемся, тренируемся. Вот, сегодня находимся в Sky Spa. Жизнь кайф.
сейчас 2 часа. В общем, позанимались 2 часа. Сейчас идем в саунку. Чуть-чуть посидим в сауне, пообщаемся. О, хорошо. Саунка вообще. Хотел сказать о чемпионате в Краснодаре. В общем, будет много всего интересного. Будут интересные спортсмены. Будут интересные жюри, люди в жюри сидеть. Очень хорошее видео будем снимать. Вот. И много-очень-много-очень хороших спортсменов. Так что будет очень интересно, будет реально увлекательно. Вот. Так что, ребята, всем до скорой встречи в Краснодаре. И мы с вами проведем 7-10 часов вместе. Думаю, много чего нового узнаете. Вот. И увидите очень много. На самом деле вы счастливчики, многие люди хотели бы приехать из разных стран и посмотреть. Я счастлив, что первый, по сути дела, один из первых соревнований мы проводим в России. Это очень хорошо. Популяризация русского спорта в мире. Это очень важно. В наше время все, многие дети сидят дома, большинство играют в компьютеры. А здесь такой шанс. Столько детей, которые реально стремятся в таких условиях, не созданных для тренировок. Все делают, стремятся, молодцы. Реально это достойно большого уважения. Естественно, тяжелый труд и не только тренировки, но и учеба, самореализация, учеба это очень важно, учиться и думать головой. Это одно из самых важных аспектов. И тяжелый труд над собой тоже. Вот и все, ключ успеха. Сейчас просто смотрите. Не знаю, видно, нет? Знаете, что такое? Это пар из... Мы сейчас находимся на кухне, готовим борщ. Вот здесь, смотрите, оп. Вот, почти уже борщ, как бы, капуста готовится. У нас сегодня минус 16, это примерно минус 30 градусов в России, так что вообще руки вот замерзают прям. Сейчас надо вот на терке прокрутить свеклу. Вот такая сегодня погода. Сзади у нас статуя свободы. Манхэттен, статуя свободы. Все позади. Такая вот, ребята, история. Привет. Сейчас находимся в Нью-Джерси, рядом с Манхэттеном. Идет вот такой вот снег. Просто волосы уже все в снегу. Погодка отличная. Чувствуешь свободу, чувствуешь свежесть. Чувствуется сила океана и тишина. Никого нету вокруг. Потрясающее место для того, чтобы подумать, для того, чтобы осмыслить, кем вы хотите стать, куда вы хотите двигаться.
Я думаю, будет интересно пообщаться со всеми в Краснодаре, со всеми, кто начинает свой путь, этот жизненный путь, кто немного не знает, куда свернуть, куда повернуть, какое движение следующее сделать. Я вам отвечу, я вам посоветую, что нужно сделать по моему примеру, как я прошел путь. Думаю, будет очень интересно, и пообщаемся обо всех темах. Всем в Краснодаре привет, ребята. Вот. Надеюсь, что с Рязани подтянется тоже банда спортсменов. Вот. Так что будет такой совместный батл. До встречи, ребятки. А я пока пробегусь. Liberty. Вот такой здесь вот памятник. Памятник морякам. Вот, а там статуя свободы. Так. В общем, пробежка сегодня у нас. Вот Статуя Свободы, Манхэттен. Все очень близко. Все очень близко. Погода сегодня вообще отличная. Плюс 10 градусов. Бегаем всегда. И везде. Что может быть лучше пробежки? Подготовка к Арнольд Классик 2016 года. Сегодня у нас 4 февраля. Бежим, живем, создаем. Ребята, гуси. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Что-то вообще жестко. Нормально. Бежим, бежим, да. На супер ускорении сегодня. Супер тренировка. Блин. Что-то она еще больше и больше становится. Готовимся, готовимся, ребята, движение, движение. Не останавливаемся, продолжаем двигаться.